Интеллектуальный балет. Артисты театра Евгения Панфилова на днях открывают новый сезон премьерой. Это спектакль, основанный на английской литературной классике. Создает постановку известный российский хореограф Дмитрий Антипов, который уже 2 года живет в Великобритании. Тему продолжит Юлия Зыкова. Накануне творческого старта в театре Евгения Панфилова идут последние репетиции премьеры. 33-й сезон здесь откроют постановкой под названием «Литературный курс». Это 3 небольших одноактных балета. В основе первого – английское детское стихотворение «Дом, который построил Джек», где за кажущейся простотой текста – ирония и игра парадоксов, многократные рефрены-повторы. Все это отразится и в хореографии. Второй балет будет детективным. Он создан по мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят», где забавная детская считалка становится сценарием, по которому развивается действие. Когда люди находятся в какой-то очень непростой ситуации или очень активной, динамичной, открывается их настоящее лицо. И здесь как раз Агата Кристи и про ее произведение «10 негритят» ключик, как вариант посмотреть на самих себя со стороны. Ну а третий балет связан с творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта с его самой известной картиной «Сын человеческий», где изображен мужчина в котелке, лицо которого закрывает зеленое яблоко. Автор этой балетной трилогии – Дмитрий Антипов, известный российский танцовщик и хореограф. Он много работает в разных городах – в Москве и Красноярске, Екатеринбурге и Уфе, Перми и Барнауле. Последние 2 года Дмитрий живет в Великобритании. Он педагог школы русского балета в Лондоне. Я погрузился в эту страну и с литературной точки зрения тоже, когда появилась возможность постепенно читать самому на языке первоисточника какие-то вещи. Естественно, меня это захлестнуло, захватило, и, в общем-то, это подсказало те темы, которые мы взяли. С Панфиловским театром Дмитрий Антипов знаком давно. Он не раз принимал участие и в международном конкурсе артистов балета «Арабеск», который проходит в Перми. О своем творчестве хореограф расскажет горожанам 3 сентября. В рамках проекта «Зритель плюс» это встречи в формате public talk, то есть общение, живое общение, будет проходить в Сказариуме, Летопарк, в 19:00. То есть там Дмитрий расскажет о предстоящей премьере в театре, о современном балете в России и в Европе. Но премьера литературного курса состоится 5 сентября на сцене Большого зала филармонии. Юлия Зыкова, Денис Хашик, телевизионная служба новостей.